Анонс и точь до выхода 291 серии турецкого сериала «Плен». 291 серия сериала выйдет в эфир 11 марта. Ранее в сериале мы увидели Орхуна, который приходит к сидящей в саду Хире. Он присаживается рядом с девушкой и нежно обнимает ее. Орхун говорит, что Хира, наверное, замерзла. Хира прижимается к нему и улыбается. Она говорит, что теперь, когда он рядом, ей совсем не холодно. Орхун признается, что скучал по тому, что между ними происходило, до того, как они поругались. Хира не сразу, но тоже признается, что скучала по ним. Орхун счастлив от того, что их отношения налаживаются и возвращаются в нормальное русло. Что теперь они с Хирой снова могут быть вместе, могут быть счастливы. Не в силах сдерживать свои эмоции, Орхун нежно целует Хиру в щеку. После того, как они проводят время в саду, Орхун приводит Хиру на кухню. Он говорит, что они хотели бы пообедать. На слова работников о том, что госпожа Апифе уже ждет за столом, Орхун говорит, что они пообедают здесь. Орхун говорит Хире, что не будет садиться ни за один стол, за которым она не захочет сидеть. Хире очень приятно такое внимание. Она ценит то, что Орхун делает для нее. Хира все еще продолжает жить в отеле. К ней приходит курьер, который говорит, что принес ее заказ. Девушка удивлена этому. Ведь с ее слова она ничего не заказывала. После она увидит Орхуна, который говорит, что не хочет откладывать с ней ничего на потом и интересуется, принимает ли она сегодня гостей. 291 серия сериала выйдет в эфир 11 марта. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.